этой неделе кировчан ждут очередные температурные контрасты. Днем температура может перейти за нулевую отметку в сторону плюса, а в вечернее время столбики термометров опять будут опускаться вниз. Такие данные приводит портал «Гисметео». Самым морозным днем в Кирове обещает стать среда. В этот день, по данным метеосайта, ожидается резкое похолодание. К вечеру наступят настоящие морозы до минус 16-18 градусов. При этом кировчан ожидает сильный ветер. Самым ветреным днем будет вторник. Порывы возможны до 14 метров в секунду. В этот же день и в выходные кировчан ждут снегопады. Сегодня осадков не ожидается, так может то просто небольшой снежок быть. Сегодняшнюю ночь от 7 до 12 градусов мороза ожидает по области. Уже 17 ноября, среда, днем тепло, к вечеру начнет холодать. До минус 16-19 градусов ночью. Снежная неделя будет практически вся, потому что выходит североатлантический циклон.